Это видео я направляю одному человеку. Человеку с большим сердцем, с большими амбициями, мечтающему что-то сделать очень важное в жизни. Не просто ползать, а дотянуться до звезд. Мне не важно, сколько вам лет, кем вы работаете, таксист, безработный, лидер MLM или предприниматель. Это не имеет сегодня никакого значения. Почему? Да все очень просто. Наступила новая эпоха, новое время. И это новое время открывает перед вами новые возможности. Кто-то сейчас может сказать: Владимир, ты приглашаешь меня в большой бизнес, но я в бизнесе ничего не знаю. Да это и не важно, и не нужно. Знаете почему? Потому что в современном мире можно добиться успеха только командой. Вот рука моя, да? Это вы, это я. Поодиночку мы слабы. Вместе мы огромная сила. Я в бизнесе 30 лет. Петр Силкин 15 лет. Ведущие наши интеллект-тренеры там. Совместный опыт 1000 лет. Мы вместе огромная сила. Да и на самом деле не нужно заканчивать вам Стэнфорд или Гарвард, чтобы стать экспертом в бизнесе. Когда речь идет о настоящем, честном, большом бизнесе, ребята, ну все просто. Вот поймите, все просто. Главное, что решает бизнес. Он находит какую-то боль, какую-то проблему и решает эту боль и проблему. Из-за решения этой проблемы мы с вами получаем не только деньги большие, но и уважение и благодарность людей. Вот смотрите, вот бутылочка воды. Да? Какую проблему решают компании, которые, да, продают воду, добывают, утоляют жажду. Вот станок бритвенный, Gillette. Да, фирма Gillette какие проблемы решает? Щетины, ну, тот, кто бреется. iPhone, да, какие проблемы решает? Ну, в принципе, телефон, коммуникатор, здесь все, да, там, в современном телефоне, фотоаппарат и так далее. Проблема, масштаб этой проблемы, которую мы с вами решаем, и определяет, сколько денег мы заработаем и какое уважение, да, какую благодарность мы с вами получим. А масштаб проблемы и количество людей, которых мучает эта проблема, это боль, и определяет масштаб нашего с вами финансового успеха. Приведу пример. В мире, ну, все в сравнении познается, правда же, ребят? Ну, допустим, сегодня есть проблема в вашем городе, смертельная проблема, с пиццей или с суши. Ну, в принципе, я думаю, есть и пицца, и суши. Да? Это не такая смертельная проблема, которую, если не будет суши или пиццы в вашем городе, все, кирдык, смерть, страшная, да? Ну, будет, не будет, та пицца, другая пицца. То есть я на этом примере показываю. Масштаб проблемы ничтожен, ну, практически ее нет. И теперь переходим мы к моим записям. И вот проблема, которую решаем мы, интеллект-тренеры. Масштаб ее, да, и боль. Сегодня в мире более 300 миллионов человек болеют депрессией. Да, они каждый год платят $220 миллиардов. Но вот беда. Эти усилия, эти деньги не освобождают их от боли. А у нас есть лекарство, вакцина Superjump. Вторая проблема, которую мы решаем. Хроническая усталость, потеря смысла жизни, потеря точек опоры. Более миллиарда людей сегодня живут в мире с хронической усталостью. Зарядка аккумуляторов стоит еще $300 миллиардов минимум в год. Третья проблема сегодня, да, иммунная система. Ребята, но коронавирус же это не с неба упал. Это древний вирус, и таких вирусов очень много. Да, и люди умирали от них, и еще, к сожалению, будут умирать. Так вот, вопрос заключается в том, что как защитить себя и семью? Ну, нужно тренировать иммунную систему. Сегодня люди наконец-таки поняли, чтобы стать сильным, красивым, нужно ходить в фитнес и тренировать свое тело. Вот с иммунной системой то же самое. И четвертая сверхпроблема, сверхзадача, сверхболь, которую мы решаем, интеллект-тренер, это спасение нашей планеты, природы, экосистемы от самоуничтожения. Осталось 15-20 лет. Хотите, верьте, нет. Смотрите ведущих ученых. Да? Вот спасение всех детей на Земле. Сколько стоит? Да бесценно, ребят. Но даже первые три проблемы, это три проблемы стоят 1 триллион в год. Все деньги мы не заберем на свой большой кусок мы отсюда возьмем. И уважение людей, и благодарность людей. У нас есть с вами вакцина от этих всех проблем.
наша методика Superjump. Ее революционная, это новая революционная методика, подход заключается в том, что, ребята, это не лекции, это не проповеди, это не вебинары, тренинги, это система упражнений. Лучшие упражнения собраны были за 30 лет, да, проверены на тысячах учеников. И вот эти упражнения, которыми я вас или любой другой интеллект-тренер очень быстро обучит, они являются ключом к решению этой боли, которая стоит сотни миллиардов долларов. Вы спросите меня, Владимир, ну как же я один или одна помогу сотням миллионов людей, миллиарду человек, всему человечеству? Ну все очень просто. Эту задачу решил до нас с вами Чингисхан. Система его очень простая. Делим по-честному, по справедливости добычу богатства, да? Вот это вы. Я с вами рядом стою, Петр Силкин, ребята, наставник. Ваша задача, она трудная, ребят, сразу скажу, халявы в жизни нет. Да, вот, ну, в казино халява есть где-нибудь там, да? А вообще, в принципе, ну, любое большое достижение – это труд. 10 интеллект-тренеров. Вот, да, вы стали интеллект-тренером, и мы с вами вместе, я вам помогаю, помогает ваш наставник. 24 часа на 7 мы рядом с вами. Создаем еще 10 интеллект-тренеров. И помогаем им сделать то же самое. И вот в вашей команде уже 100 интеллект-тренеров по всему миру. Потом 1000, 10 тысяч, 100 миллионов. Вот это реальная команда, цель, которую вы создадете. Создадите, это абсолютно точно. Ваша команда, конечно, 20-30 миллионов, это профессионалы, как я. Да, кто, ну, всю жизнь посвящаем решению этих задач. И 70-80 миллионов любителей. Ну, как в спорте, есть много любителей, которые играют в футбол во дворе, а есть люди, которые зарабатывают миллионы, правда же? Та же самая система. Итак, смотрите, наша система Superjump, мы обучаем вас, вы становитесь интеллект-тренером, приобретаете лицензию у Международной Всемирной Ассоциации Интеллект-тренеров и помогаете миллионам людей. Ну, мы вместе командой работаем. И теперь я покажу вам, как мы станем миллиардерами. Ну, лучшие из нас, не все, конечно, но стремиться надо к большому, ребят. Жизнь одна. У нас 4 вида дохода. Доход первый – это доход с обучения профессии интеллект-тренер. Сегодня это символическая сумма у нас практически, да? 2000 долларов стоит мастер-лицензия. Это лицензия с правом обучать других интеллект-тренеров. Ничего страшного, мы только начинаем. Когда-то франшиза Макдональдса стоила 950 долларов. Сегодня 2 миллиона долларов и не купишь, правда же? Теперь смотрите, посчитаем вместе деньги. Для того, чтобы вы заработали свой первый миллион долларов, вам нужно создать команду 3000 интеллект-тренеров. 3000 интеллект-тренеров, да, но это практически вот здесь где-то четвертое поколение, пятое. Это реально решаемая задача. Дальше смотрите, когда, ну это уже такой, я беру пессимистический прогноз, каждый десятый в вашей команде из 3000, да, обучает, воспитывает одного интеллект-тренера в месяц. Ваш пассивный доход какой? 100 тысяч долларов плюс в месяц. При лицензии, конечно, всего лишь символическая сумма 2000 долларов, которая вырастет. Вы спросите меня, а почему она должна вырасти? Ну вот смотрите, да, мы решаем задачи, депрессия, хроническая усталость, потеря смысла жизни, иммунная система. Ну это вообще сверхзадача, сверхцель. Вот это меня лично вдохновляет больше всего, спасти вообще человечеству, да? И сегодня мы только начали, наша лицензия стоит 2000 долларов. А будет стоить минимально через несколько лет. 500 тысяч долларов мастер-лицензия с правом обучения других интеллект-тренеров. Вы скажете, откуда взялась такая цифра? Да очень просто. Смотрите, ребят. Сегодня, чтобы в Америке стать психологом, да, дорогие университеты берут как раз 500 тысяч долларов за 4 года. Но, став психологом, у человека нет пассивного дохода, нет возможности выйти на IPO, нет никаких возможностей. Ну, это вот как психолог, это один ресторан. Да? Ни IPO, ни мерчендайзинга, нет ничего. А мы создаем миллионы. Да, интеллект-тренеров, это как Макдональдс, только интеллектуальный. Дальше смотрите, как только поднимется стоимость мастер-лицензии до полумиллиона долларов, а это пройдет, ну, 2-3 года, я думаю, не больше, то вы уже зарабатывать будете ежемесячно не 100 тысяч, а 25 миллионов долларов в месяц, да, при команде 3 тысячи. Но на самом деле мы идем, конечно, с вами на 100 миллионов. Итак, смотрите, ребят, доход с обучения – это один из 4 видов дохода. Да, сейчас уже ребята зарабатывают приличные деньги, но мы набираем обороты, и самое время присоединиться в начале пути. Пока, да, стоит недорого наша мастер-лицензия. Второй доход. Вот этого дохода нет ни у коучей, ни у психологов, ни у спикеров, ни у мотиваторов. Почему? Это доход с IPO.
Мы сразу договариваемся с вами, да? Один из видов доходов наших будет, ну, это такой бонус, такой разовый, я бы сказал, бонус, да? Это выход на IPO. Мы размещаем с вами через 3 года 10 миллиардов простых акций. И большую их часть, я не знаю сколько, да, ну сколько останется, сколько нас по дороге на этот Олимп ограбят всевозможные юристы, там всевозможные финансисты и так далее. Мы поделим по-честному, по-братски, по формуле. Кто больше создал интеллект-тренеров во всех, да, уровнях, вот во всех, вернее, даже не интеллект-тренеров, да, а кто больше создал интеллект-клубов действующих, вот это очень важно, да, тот и получит большую долю. Справедливо, очень справедливо. Я абсолютно уверен, ребята, мы будем стоить 3 триллиона долларов. Вы спросите, Владимир, так сегодня Apple стоит 2 триллиона, Microsoft стоит 2 триллиона долларов. Как вы их обгоните? Очень просто. Проблема, которую мы решаем, да, интеллект-тренер, наша команда, Superjump, намного важнее и страшнее, важнее, болезненнее для всего человечества и для отдельного каждого человека, чем iPhone, чем Microsoft и так далее. Это технологии. Но важнее человека на земле нет ничего. Перефразирую Марка Аврелия. Да? Марк Аврелий сказал, человек стоит столько, сколько стоит дело, о котором он заботится. Наша команда, наша компания Superjump стоит будет столько, сколько дело, о котором мы заботимся. Ну, считайте сами. Да? Это бонус разовый, ребята. Да? Это не постоянный доход. Постоянный доход здесь. Третий вид дохода. Торговая марка Superjump. Я утверждаю. Торговая марка Superjump будет номер один в мире. Круче, чем Apple, круче, чем Coca-Cola, Nestle, Nike, да, Adidas. Почему? McDonald's. Почему? Дело в том, что мы решаем огромное количество боли для большого количества людей. И для человека, конечно, эти проблемы намного важнее. Да, решил, он счастлив, он благодарен. Чем Coca-Cola? Ну, какая разница, iPhone там, или Samsung там, или еще какие-то китайские телефоны? Разницы-то нет, да. То есть мы затрагиваем огромное количество помощи большому количеству людей. Вот почему мы будем номер один в мире. Да и Superjump звучит-то круто, ребят. Да? Пожалуйста, под торговой маркой Superjump наши партнеры будут выпускать кроссовки, духи, одеколон, чехлы для телефонов, майки, бижутерию, все, что хочешь. Значит, Superjump, да, вот сколько энергии в этом. Поэтому с этого мы тоже будем зарабатывать приличные деньги. Да, дальше идет, смотрите, вот я сейчас вернусь к доходу с IPO, капитализация, я уже сказал, 3 триллиона. По закону можно выйти на IPO через 3 года. Ну, то есть, в принципе, через 3 года мы можем выйти. Мы уже зарегистрированы, естественно, как компания в Америке и так далее. Но мы раньше с вами ускорим наше дело. Есть очень хороший, у нас, я считаю, честный план и очень такой мощный. Да, смотрите, можно не ждать 3 года, чтобы выйти на IPO. Можно раньше продать опционы. То есть, это право на покупку наших будущих акций. Наша цель... Как только нас будет 10 тысяч интеллект-тренеров, сегодня нас уже 600 интеллект-тренеров, да, вот в мире, что мы сделаем? Мы выпустим опционы на 500 миллионов долларов. То есть это документы, договора на покупку наших будущих акций. И, естественно, мы их продадим дешево, ну, потому что мы еще неизвестны там, за какие-то копейки. Но главное, зачем мы это делаем? Дело в том, что это будет промежуточный супербонус. Представляете, мы разделим 500 миллионов долларов, это дополнительный бонус, между нашими лучшими интеллект-тренерами. Все распределится примерно как по кривой Гаусса, да, распределение. Один интеллект-тренер, лучший из вас, да, получит 30 миллионов долларов. Два по 20, 5 интеллект-тренеров по 10, бонус, ребята, да, единоразовый. 10 интеллект-тренеров по 5 миллионов и 330 интеллект-тренеров по миллиону долларов. Мы живем в прозрачном мире, все об этом узнают. Это супер реклама. Все, создали тренд. Мы гребим по всему миру. Очередь выстроилась к вам, ваши команды. И, естественно, наша мастер-лицензия растет космическими темпами. Но это и справедливо, ребят. Это же не просто вот, если психолог в Америке, да, топовый университет, 500 тысяч. А здесь вы получаете право создать свой онлайн-университет, понимаете, свой Стэнфорд, Гарвард, да, и зарабатывать на этом всю жизнь, и плюс пассивный доход. Да, третий вид дохода, я сказал, торговая марка, ну, это мерчендайзинг называется, и четвертый вид дохода, это доход с преподавания. С него, кстати, мы начинаем всегда, и вот как раз с четвертого и с первого. Каждый интеллект-тренер, ну, такой не инвалид, который не больной, там, не это самый нормальный средний статистический человек, что я хочу сказать. Ни в коем случае обидеть не хочу никаких ребят, у кого ограниченные возможности. Смотрите, 3-5 интеллект-клубов постоянно действующих, ну, это как клуб йоги.
как клуб карате, да, как айкидо, но только в онлайне. Это, в принципе, по силам каждому человеку. Да? Вот люди платят абонементскую плату, ну, как в карате, как в йоге, как в танцах, как в фитнесе. Вот, да? Это где-то от 2 тысяч до 3 тысяч долларов, да? Составляет доход. Дальше смотрите, друзья, как только ваша команда вырастает до 10 миллионов человек, да? Вот по нашей чингисхановской схеме, схему, которую я пробировал, доказал Чингисхан, да, что она супер работает, но главное по-честному, по-справедливому делить доходы, славу, успех, то тогда, когда у вас в команде 10 миллионов человек, даже по 1 доллару с человека, да, 10 миллионов долларов, вот я ноль пропустил здесь в месяц, пассивного дохода, этого нет ни у коучей, ни у психологов, ни у каких-то лидеров, ни у предпринимателей. Самое важное, да, почему я ищу именно человека с большим сердцем, с большими амбициями, след в истории, ребята. Можно просто прожить, как день сурка. Покушал, пописал, поработал, поспал и помер. А можно оставить след в истории. Мы получим с вами не только миллиарды, сотни миллиардов долларов, по-братски их по-честному поделим, но и благодарность, уважение, любовь миллионов людей. Вами будут гордиться внуки. Да, главное не врать, не привирать, не преувеличивать и не обманывать. Жить честно, помогать людям, ребята, да? И у нас сегодня есть действительно ключ. Это супер методика Суперджамп, которая как воздух нужна сотням миллионов людей. Да? И это выгодно, выгодно, выгодно. Это видео вам передаст очень близкий мне человек, да, в котором на майке написано «Интеллект-тренер Суперджамп». А это командная работа, ребята. Весь мой опыт, все мои знания, знания и опыт Петра Силкина, все с этого момента, как только вы стали интеллект-тренером, работает на ваш успех. Командой мы величайшая сила. Жду вас, ребята, жду вас в команде номер один в мире. И от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и удачи.